алтын базарбай қарындасымыз абақтыдан шығып он күн тәулік астана қаласының уақытша ұстау изоляторынан шықты. Сол шыққанның өзінде бүгінде бір не болды, оның арты бір айқай шуға араласып оны уақытынан бұрын босатқанның өзінде де алматылық аудандық ішкі істер бөлмесіне апарып тағы да допросқа қысымға алғысы келді. Соған келіспей оның үстіне біздер түсіп әйтеуір арашалап алып қалдық, оның ішіне кіргізбей. Ал соны жөнінде де өзі қысқаша да айтқысы келіп мына эфирге шығып отыр. Ал бастай беріңіз Алтын. Меня, получается, 17 числа задержали неправомерно два сотрудника. Их было двое возле Ханшатыры. Потом у меня был суд 17 числа, и так как рапорт не соответствует с видео, которое они предоставили, они меня отпустили, отклонили суд, отпустили на 18 число, получается, сделали административный суд. И тогда судья дал мне вот 10 суток, они даже мою вину не доказали, все мои ходатайства отклонили. И я сидела там 10 суток, и сегодня я вот должна была по постановлению в 17:15 выйти оттуда, но я вышла оттуда, сотрудники, получается, приехали за мной. Где-то около 12, час 12 где-то в это время. И они приехали и сказали, вы должны пройти со мной на профбеседу. Но я отказалась, я сказала, я буду досиживать свои часы последние до 17:15, а потом никто не имеет права меня задерживать. Я свои, то, что даже меня незаконно задержали, я уже отсидела. Но они меня не послушали и насильно начали хватать за руки, за ноги. И начали, получается, меня хватать. Я сопротивлялась, потому что я должна была сидеть там. Они не имели у них не было никаких прав, чтобы задерживать меня вот так насильно. То есть они меня насильно закинули в машину. Потом везли в Алматинское РУВД. Благо, что там увидели мои активисты, получается. Они хотели встретить меня. Увидели родные мне люди, близкие. Они меня встретили, и получается, как можно сказать, даже спасли от этих сотрудников и увезли меня. Но у меня уже тогда была травма. Мы поехали в травмпункт на Аблайхана. Поехали, зафиксировали все. У меня ушиб сейчас тазовой области, спины и тазовой области. И потом перенапряжение, растяжение суставов, вот здесь, получается, кисти. И мы хотели, получается, поехать сделать судебную экспертизу. Позвали сотрудников, чтобы написать заявление. Они взяли, но почему-то копию заявления мне на руки не давали и даже снять мне не дали вот это заявление мое, которое я имею полное право получить. Потом они написали мне постановление. Мы поехали в судмедэкспертизу, поехали туда и нам отказали. Почему? Потому что постановление было сделано неправильно. И, конечно же, я не знаю, это было сделано нарочно или нет, но получается, они сделали так, что я судмедэкспертизу сегодня не прошла и завтра буду проходить. Когда у меня уже все отеки пройдут, все синяки, то, что останется, получается. Это некомпетентность сотрудников и вообще их работа вот так, неправомерные действия. Я не знаю, у меня больше нет слов на все это. Я хочу сейчас вам прочитать то, что я написала там уже, когда отсиживала свои 10 суток. Незаконно, так сказать. Мы помогали арысовцам, мы помогали многодетным матерям, мы помогали нуждающимся, мы помогали семьям политзаключенных. За это нас посадили. За то, что мы убиваем равнодушие в людях.
за то, что мы заражаем добротой, а главное – правдой. Разве мы враги народа? Разве мы бунтовщики? Разве мы бездельники? Я мечтаю жить в стране, где 22-летнюю девушку не сажают за правду, за поддержку. Разве вы не устали от тотальной лжи, от коррупции, от рабства? Разве вы не хотите жить в стране, где ваши дети счастливы, и они не хотят покинуть при первой же возможности эту страну? Разве мы не должны спасать эту страну от пропаганды, от культа личности, от лжи? Разве мы не достойны хорошей жизни? Разве мы не достойны демократии? Уважаемые мои соотечественники, я советую вам убить в себе страх и равнодушие. Это ни к чему хорошему не привело и не приведет. По принципу «моя хата с края, мы идем ко дну». Только единство и сплоченность – наш спаситель. Я думаю, это самая главная мудрость от наших предков. Бржаға Донбас, бржиньен қол. Возможно, вы боитесь потерять работу, высказывая свое мнение или поддерживая нас. Но с каких пор работа, ремесло стоит выше человечности и гуманности? С каких пор казахи – самая добрая нация в мире стал таким равнодушным и ожесточенным? Единственное ценное наследие, что мы оставляем своим детям – наши благие намерения. Я люблю эту страну, и мне очень обидно и больно от того, что творится сейчас. И думаю, что не только мне. Найдите в себе смелость хотя бы признаться в том, что у нас есть все поглощающийся страх, и оно привело к тому, что сейчас происходит. Мы же называем себя потомками батыров. Что у нас осталось от них? Задумайтесь. Я написала стихи қазақша өлең шығарған едім. Тыңдасаңыздар, үлкен рахмет. Қарапайым қазақ қызы алтынмын. Дәмін сездім түрмедегі салқынның. Ата-анамның баласы емес мен енді жанашыған перзентімін халқымның. Бойымдағы қайсар рух тозбасын, ләзәт мәншөк сабирапа қолдасын. Жылтпайды киім кешек көрпеде, мені қойшы қазақ халқы тоңбасын. Үлбіреген шындық үні солмасын, жағдай нашар қанша жолдау жолдасын, батырларын қамап қойған түрмеге елін сатқан мүсәпірлер оңбасын. Ақиқатты қылмыс деді жолдасын. Шыда алтын көзің жасқа толмасын. Бізді қанша қорла, мейлім қорлама, тарих деген балқымайтын қорғасын. Жылдар өтіп, ұрпақ өсіп оңғасын, сорлы еліме бақыт құсы қонғасын. Бостандығын құрбан еткен ерлерді азат елдің қандары толғасын. Еркіндіктің қанаты еш талмасын, шындық сөзі атазан боп орнасын. Сондай заман туарына сенім мол, ал сол кезде қазіргідей болмасын. Это мои страдания, которые я писала там уже в спецприемнике. Я не желаю находиться там вообще никому. Это очень ужасно, когда ты кушаешь в одном месте и ходишь в туалет тоже в одном месте. Но, к счастью, сотрудники в спецприемнике очень хорошие, действительно, я не вру, не лукавлю никак. Очень хорошие, очень доброжелательные. Я бы хотела, чтобы все наши сотрудники, наши защитники, действительно, если бы они были бы такими, как вот сотрудники в спецприемнике, это было бы намного лучше. Я хочу еще выразить огромную благодарность всем, кто меня поддержал, передавали мне передачку и поддерживали меня. Очень огромное спасибо вам. Я вас очень сильно люблю. И я думаю, что меня после этого задержания полюбили и зауважали еще больше. А вас, господа сотрудники, прокуроры и судьи, наоборот. Поэтому я хочу узнать, где наше правосудие. Я хочу узнать... У меня огромный вопрос нашему президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Ведь 2019 год был объявлен годом молодежи. И почему у нас нет никаких глобальных проектов для реализации молодежи, а вместо этого задерживают 22-летнюю работающую, уже не работающую, наверное, не знаю,
после этих задержаний, конечно же, представительницу молодежи, меня за гражданскую активную позицию. И у меня возникает вопрос, где ваш диалог? Где ваш обещанный плюрализм? Почему Национальный совет общественного доверия, специально созданное для этого, не комментирует последние неправомерные действия сотрудников? Они мне нанесли телесные повреждения, которые уже, как бы, мне даже сейчас стоять очень сложно. И вот я просто хочу вам сказать, что ведь мы не хотим, чтобы это коснулось каждого. И ведь мы должны проснуться, чтобы наши дети действительно жили в хорошей стране. Ведь это наша страна. Ведь таким образом светлые умы-то станут. Будут покидать эту страну. И кому мы оставим эти земли, которые специально отвоевали наши предки, специально для нас, чтобы мы жили счастливо и мирно? Ведь наша главная задача – это единство и сплоченность. Где мы сейчас? Почему никто не задумывается об этом? Где наше гражданское общество? Почему оно спит, да? Да. Вот вы одна из молодых, да, из одна из самых молодых людей, которые вот на данный момент получили административный арест. И вообще нашей молодежи практически нет. Вот вы одна из первых людей, можно сказать так, девушек. До этого вот из Басарова был парень молодой, которого знает уже практически весь Казахстан. Вы девушка такая же, Алтын Базарбай. Мы очень рады, что вот молодежь потихонечку. Просто сами задумайтесь, ведь мы же будем строить в этой стране свою семью. У нас будут дети, и какое образование они получат? Какую защиту от этих сотрудников они получат? Почему-то, когда я теряю телефон или когда со мной что-то случается, они не так быстро приходят, как они приходят, когда я проявляю гражданскую активность. Почему? Вот у меня вопрос. Почему? Нужно всем людям, да, вот всему нашему народу проявить свою гражданскую активность, позицию, чтобы у нас образовалось гражданское общество, которого на данный момент, можно сказать, только-только вот зачатки появились, да, нашего гражданского общества. Я хочу, чтобы вы проснулись, чтобы хоть ради того, чтобы наши дети жили в нормальной стране. Мы должны оставить своим детям нормальную страну. Без лжи, без коррупции, без культа личности. Где они могут проявлять свою гражданскую активность и жить нормально. Ведь Казахстан очень богатая страна с такими природными ресурсами. И почему, я не знаю, почему мы живем так бедно. Вы видели, как живут в аулах? Вы видели, как живут в поселках? В нищете. Люди даже в столице уголь топят. Разве это нормально? То есть, если я говорю о проблемах страны, то, что у нас есть, я виновата в этом? То есть, нельзя говорить правду? Значит, так, да? У меня вот такой вопрос просто. Где диалог? Сказали, президент сказал, что нас не будут задерживать. Но почему-то по 488 и часть 1 по вот этой статье нас задерживают, а потом пугают по 405. Якобы мы делаем что-то неправомерное. Экстремисты, да? Да. Тех людей, которые желают светлого будущего, развития социально-экономического. Почему-то называют, да, экстремистами. Почему вы не разговариваете с нами? Почему действительно диалога нет? Почему вы не разговариваете? Почему не спрашиваете, зачем вы это делаете? Почему? Что мною движет? Мною движет моя мечта. Где я живу в демократичной стране. Действительно, в демократичной стране, не на бумажках, а действительно, где меня не сажают за гражданскую активную позицию, где я не теряю работу за гражданскую активную позицию. Понимаете?
Вот и все. На, он говорит, того ли вот уж фанагин, вызван кумулькиюм, надо на козгарасым холодивали, а крысу не жалко страсым, да, не холодивали, и шамал димал лап, фанагин, холодивали, не вызван, сол перал обрек судя чурсим. Егер біз қазір үндемей қалатын болсақ, егер біз қазір шынымен 10 тәулікке болу аузымыз жабатын болсақ, онда біздің халық болып, ел болып, ешқандай құндылығымыздың қалмағандығы деп ойлаймын. Егер біз бізді 10 тәулікпен қорқытуға мүмкін болса, онда біздің ешқандай ел болып бірікпегендігіміз. Сондықтан мен әлі өзімнің азаматтық позициямды дұрыс деп ойлаймын. Мен ақиқатты айтқаным үшін ешқандай кінәлі емеспін. Мен еш заң бұзған емеспін. Бұзбаймын да. Мен заң сақтайтын Қазақстан азаматшасымын. Бірақ бұлай қорқып отыра беретін болсақ, онда ендігі күніміз қазіргі күніміз болмаса тіпті қараң. Онда біздің ұрпаққа қалдыратын не өсиетіміз, не бір жақсы ісіміз жоқ деген сөз. Сондықтан тілім барда айтылар сыр ойдағы, тілім менің тірлігімнің айғағы дейді ғой. Сондықтан өз ойымды айтудан еш жалтартпаймын. Ешқандай 10 тәулікпен де, ештемемен де қорқыта алмайсыздар деп ойлаймын. Мен өз азаматтық позициямды нық әрі сенімді ұстап тұрмын, ұстаймын да. Сондықтан мен ойлаймын, бұл қимыл іс-қимылдардан кейін, заңсыз іс-қимылдардан кейін, керісінше халықтың бірлігін оятуға қимыл жасап жатсыздар. Керісінше біздің арамызда осындай бір біз бір екенімізді, біз бір мақсатта қимыл жасап жатқанымызды еске алуларыңызды өтінемін. Және біз ешқашан өтірік айтқан емеспіз. Ақиқаттың жолында бас бостандығымызды құрбан еткен адамдарымыз. Мен де сол адамдардың қатарына қосылдым, бұл күншіке орай, әлде бақытқа орай ма, оны да білмеймін. Сондықтан азаматтық позициям үшін отырғаным үшін, егер сол үшін болған болса, онда еш өкінбеймін. Және де мақтан тұтамын. Себебі мен елімнің болашағы үшін қандай да бір үлес қостым деп ойлаймын. Себебі тарих деген өзгермейтін нәрсе, тарихты ешкім өзгерте алмайды. Тарих деген кімнің кім екенін айғақтайтын жалғыз құрал. Сондықтан кімнің болашақта қандай болып қалатыны белгісіз. Сондықтан әр нәрсені баспен ойланып, ақылмен жасайып, құрметті ағайын. Я сосын мен барлықтарыңызды, егер біз қорқатын болсақ, егер біз ойымызды айтуға жалтақтайтын болсақ, ең болмаса ойымызды айтуға жалтақтайтын болсақ, онда біздің ел ретінде құрғанымыз, халық ретінде жоқ болғанымыз, онда қазақ деп көп кеудемді соғу ұят деп ойлаймын. Егер біз қорқақ болатын болсақ, содан кейін біз батырмыз деп айтатын болсақ, онда мен үшін ол жай ғана бос сөз, жай ғана далғалақтаған сөз деп ойлаймын. Себебі нағыз қазақ ешқашан қорқақ болмаған. Нағыз қазақ ол батырлардың ұрпағы, хан сұлтанның ұрпағы. Сондықтан мен өз ойымды қорықпай айтамын. Және де сіздерге де ақыл кеңес беремін осындай өз ойларыңызды қорықпай білдіруге. Егер мені осындай өмірімнің белгілі бір бұрыштарын білдіру арқылы жұмысымнан мені жұмысымнан босатылуы, немесе басқа да адамдармен қарым-қатынасым, менің барлық іс-қимылдарым тоқтағанын осылай 10 күнмен қаласаңыздар, ендеше рахмет. Я оған қол жеткіздіңіздер, бірақ оған қоса сіздер біздің халық ретінде шынымен мықты екенімізді көрсеттіңіздер. Себебі мен бір байқағаным, мен 10 күн сол арнаулы қабылдау орнында жатқанда
яғни спецприемник там халқымның мені қалай жақсы көретінін байқадым. Маған күнде-күнде осындай посылкалар, күнде-күнде осындай передачка, яғни мені қолдау білген білдіргендерін сезгенде мен үшін ол өте үлкен сондай менің күшімді одан сайын мықты қылатын нәрсе екенін сездім. Сондықтан біздің басымызды біріктіргендеріңізге үлкен рахмет, құрметті қызметкерлер, полиция қызметкерлері, және де мына сот орындаушылары, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сіздер бізді одан сайын мықтырақ еттіңіздер, сіздер бізді одан сайын батылырақ еттіңіздер, сіздер бізді одан ары қарай қорықпауға шақырдыңыздар. Рахмет. 10 тәулік деген өтеді де кетеді. Не ол? Мен 10 тәулікке жылап жаңағыдай қайғырсам, онда ойлаймын, 10 жылда отырған ағаларымыз, 10 жылда отырған шынымен саяси тұтқындар, олар қазір қандай күн кешуде? Біздің бас бостандығымыз үшін, біздің жеріміз үшін шыққан адамдар қазір уақытта түрмеде отыр. Солардың ақиқатын айтқанымыз үшін бізді салып, сонда біз қай жер қашан ел боламыз? Қашан біз шынымен өзімізді қазақ деп айта аламыз сол кезде? Қазақ деген еркіндік деген сөзді білдірмей ме? Ал біз еркіндіктің дәмін көрген жоқпыз. Дәмін сезген де жоқпыз. Сезген уақытта бізді алып қамап тастайды. Сондықтан әрине мен әркімнің өзінің көзқарасы бар. Және мен әркімнің өзінің көзқарасын қолдаймын. Бірақ менің көзқарасым, мен ештемемен қорқыта алмайсыздар. Мен өмір жақсы көремін. Мені өмірімді қиям деп қорқытудың еш қасиеті жоқ. Себебі қазіргі уақытта мынау азаматтық қоғам менімен не болғанын, не болуда, оның бәрін үлкен құштарлықпен қарауда. Сондықтан тек қана үлкен рахмет қолдауларыңызға. Және де оянайық, қорықпайық. Мен сендерді қатты жақсы көремін, менің елім, жұртым. Я вас очень люблю, уважаю, и я просто советую вам просыпаться. Мы должны просыпаться. Мы просто, это просто необходимо. Это необходимо. Просыпаться просто сейчас или никогда. И все. Осында бір көп адамдар сұрайды. Сіз қай ру? Сіздің ру? Қай жүзден боласыз? Мен көп адамдар адайдың қызы айтады, кіші жүзден сияқты. Мен қазақтардың руға жүзге бөлінбеуін сұраймын, себебі бұл бізді бөлудің бір жолы деп ойлаймын. Және де біз Күләш Ахметованың өлеңі бар. Қазақты жамандама, қазақ бала, қазақтың жанашыры қазақ қана, мәңгілік ай астында жер үстінде қазақтың жанашыры қазақ қана деген. Сондықтан біз бір болуымыз керек. Қайырудан болмасақ та әр қазақ мен жалғызым. Сондықтан руға жүзге бөлінбейік, біз бір қазақ, біз арыс. Әлде айтам, арыс менің ортақ қайғым, жаназен менің ортақ қайғым. Денистен қайтыс болуы да, чемпионымыздан айырылуымыз. Бес періштенің қайтыс болуы да, ол біздің қазақ елінің ортақ қайғысы. Жан өзенде жақсы өмір үшін өз жалақыларын сұраған азаматтардың атылуы да, ол біздің ортақ қайғымыз. Арыстағы жарылыс та, ол біздің қазақта. Тағы да айта кетейін, тек қана ортақ қайғы, ортақ қуаныш бар. Тек қана бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарсақ қана біз шынымен де белгілі бір жетістікке жете аламыз деп ойлаймын. Менің руым байбақты. Енді про завтрашнюю акцию слышали, что завтра весь мир поддерживает против китайской экспансии.
некоторые люди. Сегодня только от активистов услышала, так как у меня и здоровье ничего не позволяло, как бы. Я сама сегодня вышла, и как я вышла, везде уже известно. Меня задержали, я только что об этом рассказала. Меня-то задержали именно за земельные акции, за то, что я поддерживала жанузенца, за то, что я против китайской экспансии. Я против китайской экспансии. Я не хочу, чтобы мой ребенок завтра просыпался и говорил: я за коммунистической партией Китая, и говорил на китайском. Я против этого. И я против того, чтобы наши дети, как сейчас, вот как я разговариваю на русском, чтобы наша страна оккупировалась Китаем, чтобы вот эта экспансия шла. Я против этого, и я абсолютно поддерживаю вот эту антикитайскую акцию. Что вы можете пожелать всем другим молодым людям? Я могу пожелать только, как я говорила, быстрее просыпаться. Пока мы... Молодежь именно, да? Можно именно сказать, молодежь. Пока мы не просрали страну, как бы это грубо ни звучало, пока мы не просрали свою страну, пока у нас еще есть возможность спасти эту страну, действительно. И чтобы все светлые умы не покидали эту страну, чтобы наша страна процветала и действительно демократия царила у нас в Казахстане. Я просто советую вам просыпаться и немножко задавать вопросы. Почему это происходит? Почему 22-летнюю девушку задерживают? За что? Что она такого сделала? Ведь она не воровала. Никакие беспорядки в обществе не делала. Ничего такого за то, что она говорила правду. Почему? Просто задавайте себе вопросы такие. И, пожалуйста, пожалуйста, действительно, вот как известный шоумен, блогер Юрий Дудь сказал, я вам советую мыслить критически и просыпаться наконец-то, потому что потом уже будет поздно. Потом уже мы просто потеряем свободу, потеряем все. Пока есть еще время. Пока есть еще время, надо просыпаться. Надо хотя бы задумываться об этом, а не оставлять это на потом. Нужно нам скорее, да, менять наш авторитарно-диктаторский режим. Скорее всего. У меня просто вопрос, почему нам говорят, что есть диалог, но на самом деле, какой диалог? Везде уже в интернете есть видео, где я плачу, где меня задерживают. Какой диалог? Это абсолютно неправомерные действия, которые реально царят в диктаторских странах. А разве мы такая страна? У меня вопрос. То есть мы в Конституции говорим, что мы, что народ является главной ценностью и единственный источник власти – народ. И что у нас демократичная страна. А почему-то на деле я вижу совсем обратное. И у меня вопрос тоже. Почему? То есть на бумаге у нас есть много что, а в жизни у нас на самом деле не все работает, да, как на бумаге нашей. Да, почему? Наш Национальный совет доверия не почему оправдал, не, да? Не комментирует. Национальный совет общественного доверия, я не то, что не оправдал, я не знаю, что они, какие они действуют сейчас, что они делают, просто у меня есть вопрос, почему они не комментируют последние неправомерные действия правоохранительных органов? Это же ненормально. Нанести девушке телесные повреждения, тем более, когда я должна отбыть свой срок до 17-15. Почему? Вот и все. Ладно, всем большое спасибо. Мне тяжело сейчас так вставать. Я вас люблю уже. Алагайна Алтын Базарбаевна, казырги армияда, аскериде
босында өтіп жатқан Әлімжан Ізбасаров, осында артымызда жастар келе жатқан кезде, біз мен болашағыма сенемін. Осындай бар жастарымыз көбейе берсін арамызда, ортамызда. Сондай тілеймін, осы алтынға тезет денсаулығын дұрыстап алып, күресін жалғастыра берсін деп сондай тілегін айтамын. Деген тілек білдірмін деген. Қош сау болыңыздар, рахмет. Тыңдап осы эфир таратып көрсетіп отырмыңыздар. Рахмет сізге. Спасибо, да, всем за ваше внимание. Мы завершаем данный эфир. Вот Алтын, и все мы любим вас. Весь наш народ Казахстана. Проявляйте свою гражданскую активность. Говорите, не молчите. Делайте все, что для, чтобы у нас действительно в ближайшее время наше общество стало развитое, да, крепкое, дружное. И наша чтобы страна. У нас не было принципа «Маяха, да, с края». Вот, да. Все, спасибо всем. До свидания.